man, the world needs better laws. Maybe then we'll be better off. I'm hoping that it comes, but it never does. I just wanna be the man my dad never was. Hear my music, it's all soul. Just got new... Пришли в заведение, где работает друг нашего друга. Он сейчас его только открывает. Заведение очень классное. Я даже не знала, что здесь такое. Если бы я знала, я бы уже давно-давно здесь. Оно бы стало моим любимым. Посмотрите, какие классные декорации. Тоже живая музыка. Здесь второй этаж там тоже с цветочками эти. На улице тоже есть терраса возле пляжа. Вот этот бар очень классный. Queen Lounge. Сейчас я вам его полностью покажу. Это терраса. Посмотрите, какой офигенский бар. Это бар для фоток. 100%. Это... Сейчас я вам покажу туалет. Смотрите на этот туалет. Какой крутой бар. Вау. Офигенный. Наконец-то я сделала камин, который у меня пролежал уже 2 месяца с коробок. Но не подрассчитали с бумагой. Закончилось быстро. И не хватило там, и с другой стороны. Но зато так, прикольно. Надо бумагу купить. Твоя любимая песня. Сил уже нет. А у тебя брейк-данс? Почему все животные к нашему дому лезут? Вот эта кошка к нам прибилась. Живет у нас каждый день здесь. Дёть, отойди. Здесь другой житель не отходит от двери. К нам привязалась какая-то сумасшедшая собака. И сидит все время уже третий день под нашим домом. Не дает нам вообще проходу. По улице даже пройти нельзя. Вот так. Она к Эмили лезет. Смотрите, ведерко забирает. Пес, ты какой-то сумасшедший. Здесь цитрусовые цветут несколько раз в год, короче. И вот так странно, полное дерево в лимонах, и вон новые цветочки появлялись. Эти лимоны отойдут, потом новые опять. Два сумасшедших пса. Дружбаны. Ну, выхватил у Эмили с рук лимон, убежал. Дося, нет, давай! Собрал опять. Пёс, барбос. Дось, все, забрали твою добычу, да? На, подавись, скажи, да? Скажи, мне или все, или ничего не надо, да, Дося? У нее мячик. Забирай мячик, убегай. Ну зачем ж ты мячик отпустила? Призыв. Смотри, она не может его взять. Дося, все. Да, поломал. Твой шарик лопнул, да? Мячик. Что там увидела? Бубух. Кто мячик лопнул? Эми. Теперь наш шарик, как у Винни-Пуха, один и хвостик остался.
от нашего мячика. Все дурачки собрались возле нашего мячика. Это собака как с фильма «Марли и я», точно. Такой же глупый. Влез на горку только что. Давай, дать. Боже, это не собака, это точно Марли. Дося, упадешь. Привет, хочу рассказать вам о посылке, которая мне пришла от бренда Pelham. Это американский эко-бренд. Он делает все вещи только из экологически чистых материалов. Сейчас покажу, что они мне прислали. Это вот такая сумка. Пляжная. Можно ее на пляж использовать для чего хотите. Она сделана из экологически чистых материалов только. Очень красивый дизайн мне нравится. С их эмблемой Pelham. Также вот такая зубная щетка деревянная. Очень мягенькая щетка, очень хорошая. Деревянная тоже с их эмблемой. Вот такой блокнотик. И вот такое письмо. Они еще вложили такую записочку, очень милую. Здесь написано на английском. Написано спасибо за то, что вы поддержите бренд Pelham и поддержите наши миссии, чтобы сделать планету лучше. Ого, сколько водорослей повыносила на берег. Нашли цветок, называется цикламен, по-моему. Такие выращивают в горшках, а это лесной дикий. Там он его много очень. Класс, красивый очень. Этот цветок занесен даже в Красную книгу.